О погоде на завтра в студии Ирина Полякова. Здравствуйте. Информация Гидрометцентра России, прогностического центра МетеоТВ. Дальний Восток. Здесь циклоны цепочкой вдоль всего побережья. Но все самые серьезные осадки они уже истратили. Дожди будут, но без перегибов. На Сахалине и в Приморье до плюс 20. А чем дальше от берега, тем выше градус. Жара усиливается. В Приморье до плюс 30, в Забайкале еще выше. Все бы хорошо, но это очень стимулирует пожароопасную ситуацию. Она сейчас чрезвычайная. И мы не устаем призывать, будьте осторожнее с огнем. Погода сегодня и завтра ничем не поможет. Дожди идут севернее, по Якутии. А в Иркутске после 30-градусной жары завтра чуть выше 20 градусов. И здесь грозовые дожди. В другую сторону пойдет температура на юге Красноярского края. Наоборот, резко потеплеет. Южным районам Западной Сибири до такого тепла еще очень далеко. В Омской области, на юге Тюменской, остается упорный северный ветер. Завтра не выше плюс 15. Но облаков и дождей станет меньше. Европейская территория России. К нам во всей красе выходит скандинавский циклон. Ему удастся сдвинуть антициклон со своего места. В средней полосе осадков пока немного, но атмосферное давление прежних высот рухнет вниз и резко усилится ветер. И вот как на этом фоне поведет себя температура. Посмотрите, в Москве столбики термометров обещают добраться до плюс 28 завтра, хотя южнее и севернее столицы будет прохладнее. Увы, температура залетит так высоко, чтобы в четверг обрушиться сразу градусов на 10-13. В последний день мая, а 1 июня мы встретим совсем апрельской прохладой. А южная погода сегодня очень ветреная, завтра спокойнее. Основные дожди на Северном Кавказе. В Сочи завтра плюс 26, в Севастополе плюс 24. В Петербурге завтра плюс 20-22, без осадков. В Москве плюс 26-28 и очень опасный шквалистый ветер. Он холод и принесет. Начало июня окажется совсем не летом.